Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, с вами Блэк Банни. Сегодня я буду отвечать на все ваши вопросы по поводу вещей, контрактов и их дропов. И первый вопрос про Dragon Claw Hook. Дропается ли он вообще? Да, друзья, Dragon Claw Hook дропается даже в современных пабликах. Но если говорить про контракты с Арканы на Phantom Assassin, он не дропается вообще, потому что максимальное качество, которое может дропнуться с Арканы на Phantom Assassin контрактах, это, соответственно, Аркан. А имморталки совсем не дропаются. Dragon Claw Hook дропается в районе 700-800 раз в год. И как минимум 2-3 раза он продается на данной площадке за ошибочную цену до 50 рублей. Следующий вопрос. Можно ли менять итемы, которые дропаются после контракта с Арканом? Да, друзья, их можно менять и продавать на торговой площадке. Просто они имеют особое качество предзаказ. Итак, следующий вопрос. У меня при выполнении расторжения и выигрыша игры, и там, где сет должен показаться, показывается какой-то текст на английском. Что это значит? Сейчас, дорогие друзья, я все объясню. Во-первых, для того, чтобы дропнулась какая-либо вещь, обязательно Phantom Assassin с Арканом. Если у тебя, мой дорогой подписчик, нету Аркан на Phantom Assassin, то максимум, что может дропнуться, это комоновский сет стоимостью до максимум, может быть, 200 рублей. Другие вещи оттуда не дропнутся. А если пишет текст на английском, это означает примерно следующее. Итак, дорогие друзья, как вы видите, после выполнения контракта на Phantom Assassin вы получаете следующую награду, которую вы можете посмотреть здесь. Вот он. Охотник на заклятых врагов. Скорее всего, если у тебя, мой дорогой подписчик, Steam стоит на английском языке, должно писаться примерно следующее, только на английском языке. Оно дается при выполнении какого-либо контракта для того, чтобы дать хоть какую-то награду за то, что вы пикнули Phantom Assassin, выиграли игру и выполнили контракт. А теперь самый важный вопрос сегодняшнего ролика. Серьезно, самый. Я попросил бы вас сосредоточиться и принять это как истину. Внимание, это может шокировать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и не пропускать новые выпуски. Если вас что-то интересует по поводу вещей в Доте или в любых других играх, Counter-Strike или Team Fortress, пожалуйста, задавайте свои вопросы, совершенно любые, к описанию и в комментариях к этому ролику. Всем спасибо, всем пока.